Основная особенность губернаторской программы – это подход властей к софинансированию работ. Напрямую жители оплачивают лишь 5% затрат. В доме номер 9 по улице Дружба поселка Внесок уже давно ждали полноценного косметического ремонта своих подъездов. Подъезд находился в плачевном состоянии, но в принципе вина это самих собственников, жителей этого подъезда. Почему? Очень много сдаются помещений в аренду, поэтому не все такие добросовестные жители. Светильники, лифты, почтовые ящики, окраска стен. После проведения ремонта подъезд приобрел аккуратный и приятный вид. В рамках программы ремонта подъездов был произведен ремонт стен, потолков, ремонт лифтов был сделан, заменены осветительные приборы, замена почтовых ящиков. Ремонт провели быстро. Свыше 10 специалистов, работавших на объекте, справились в течение месяца. При этом активно советовались с жителями. У нас запланировано 75 подъездов к ремонту. 14 на территории поселка Внесок мы уже силами управляющей компании «Одинцовская теплосеть» сделали. Находимся мы в тесном взаимодействии. Постоянно проводим собрание. С проектом можно ознакомиться на сайте меняемподъезды.ру. Там можно узнать адреса домов и список конкретных подъездов, которые власти планируют привести в порядок до конца этого года. Святослав Савенков, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».